утро. Я вышла с Рексой погулять, потому что Алишера сейчас спит. А у него на этой неделе отпуск. Я не знаю, может... Может... Какой ветер. Может, он будет бывать дома почаще. Ну, скорее всего. Вот. Но сейчас я не хочу гулять, поэтому мы вот вышли. Но буквально на 2-3 минуты. Потому что у меня через... Где-то 8 минут, наверное, группа начинается. Господи, собака, идите справа. Вот, еще надо успеть сейчас вернуться домой, помыть собаку, сесть за компьютер и загрузить все нужные файлы. Вот. Поэтому времени в обрез. Погода, зашибись. Смотрите, какой снегопад. Сегодня вот только гулять. Но я буду работать почти весь день. Моя лень, по-моему, достигла небывалых высот. У меня вообще ноль мотивации что-либо делать, но придется. Ну что, ребята, за окном уже темно. В общем, сейчас полседьмого вечера, и мне через 5 минут уходить к ученикам. Я не снимала весь день, потому что я сидела за компьютером, вот, а Алишер либо просто тут тусил, либо спал. Ну, в общем, он все время меня дразнит, когда я снимаю, поэтому мне все равно снимать было нечего. Поэтому я тихонечко сидела, работала. У меня была сначала группа, потом ученица, и потом я целую кучу всего делала за компьютером. И вот сейчас все это закончила наконец-то. И пойду к ученикам. Сейчас буду переодеваться во что-нибудь учительское. Вот, и после этого отправлюсь. Там такой снегопад был весь день. Ну все, снегопад уже кончился, но я хотя бы пройдусь, разомнусь, а то я реально засиделась тут. И с большим удовольствием пойду к детям. Я поставила сохраняться в очередной раз видео, которое у меня все никак не может сохраниться на второй канал. Вот, спасибо за поздравления с... Вот всегда забываю, как правильно сказать, с 500, с 500. Короче, с тем, что у меня 500 подписчиков. Ура! Теперь уже 502. Круто! Так что мы теперь все. Наша следующая цель это 1000 подписчиков. Я боюсь загадывать. Давайте так. Ну, это идеальный план. 1000 подписчиков к моему дню рождения. День рождения у меня 1 июля. Времени еще достаточно. Чтобы, блин, у меня такие кудряшки были. И они так все опустились за день. Вообще, я какая-то лохматая. Завтра буду опять укладываться. Я хочу завтра снять заставку. На конец видео, вот. И еще парочку видео на другие каналы по немецкому и на Алису в Зазеркалье. Ну, посмотрим. Если Алишер тут будет тусить опять весь день, то я снова ничего не сниму. Вот, надо сейчас собираться, все, я уже опоздаю. А, ну, вы, наверное, спросите меня в комментах, что это, если я не отвечу сейчас. Я вчера, когда каталась, я потянула запястье, когда хваталась за подъемник, там такой бугель, и его надо вот так ловить. Стоишь так, хватаешь рукой и под попу себе. Я, короче, потянула запястье, и мне больно опираться, или когда я кастрюлю в руку беру, или даже чашку, поэтому я замотала. День-два так похожу, и пройдет там, ничего страшного. Так что, сейчас... Не надо что-то надеть, чтобы нормально это смотрелось. Не знаю, что. Дети все равно спросят, что со мной. Я скажу, у меня крокодил откусил руку, я умираю. Не, реально, слушайте, я сейчас начну умирать, если я прямо сейчас не выйду. Все, я пошла переодевать штаны. Пардон, я опаздываю. Я закончила с ученицей. И иду домой, вообще никого нету. Только машина мимо проезжает, вообще пустота. Тишина такая, так странно. И ветра даже нету, что необычно. Прям Silent Hill какой-то. Но все празднуют, сегодня же выходной день. И завтра тоже. Сегодня там уже начали отмечать. Бухают по домам. Я иду и ужасно хочу есть. Просто зверски. У меня все время на следующий день после того, как я покатаюсь на лыжах, нападает жор на меня. Потому что, видимо, много энергии трачу. Я реально хочу есть каждые 2 часа. И у меня желудок не набит, оно все там проваливается. Так что я сейчас приду, в первую очередь поем творожок с вареньем. Вот. И надо было выгулять Рексу. И я влог еще смонтировать должна.
И я хочу... Я решила, что надо завтра устроить выходной, потому что у меня что-то сил вообще ни на что не осталось. Ну, видите, я такая вся... Не хочу работать, не хочу работать. Вот, в общем, завтра у меня будет, наверное, всего один урок. И мы проведем день с Алишером, потому что у него тоже выходной. И я прям предвкушаю. Я все думаю, чем же мы займемся? Куда сходим? Очень хочу завтрашний день. Вкусняшку для него как-нибудь приготовлю. Ведь здорово. А мы гулять с собакой пошли. Ура, наконец-то я иду гулять. Весь день мечтала, блин. Снег уже весь растоптали, снегопада нет. Я иду гулять. В общем, пришла я сейчас домой, съела свой творог. Мне полегчало. Правда, у меня что-то голова болит. Надо чаю горячего попить будет, когда сейчас придем. Сейчас мы погуляем, и я пресс покачаю наконец-то. Я еще тут по улице шла, вдаль смотрю. Слушайте, что у меня с глазами происходит? Это кошмар. Я реально, наверное, начинаю четко видеть лицо человека, когда он в 5 метрах от меня. А до этого он так расплывается у меня. Левый глаз вообще. Он ленится. У меня... Я когда смотрю вблизь, а потом вдаль, я прямо чувствую, как у меня там мышцы в глазах так выжимает это. Надо делать упражнения, я все время забываю. Потом очки придется покупать. Буду очкариком. Сегодня надеялась, что Алишер успеет помыть посуду, но он не успел. Ну, или не захотел. История об этом умалчивает. В общем, меня вот такой вот взрыв на кухне ждет. Прикиньте, какой срач. Простите за выражение. И еще голодные животные. Так что сейчас, пока у меня еще есть 40 минут до тех пор, пока сохранится то самое видео, которое я пытаюсь вывести во второй раз, я уберусь на кухне, потом я смонтирую влог и буду мыть полы. Вот такие вот у меня планы, так что приступим. Сейчас я вас поставлю на монопод, и мы с вами уберемся. Загрузила видео на второй канал, и я смонтировала влог, только вряд ли я его сегодня опубликую, потому что он только через полчаса сохранится. Меня уже час вот так вот волтузит, я еле-еле сижу. Я доделала все дела, и я помыла пол. Надо только швабру убрать на место, вон я ее тут бросила. Потому что позвонил Алишер и сказал, напиши, пожалуйста, мне список, что купить, я в магазин. О боже. Я раковину не помыла, я надеюсь, вы не видели этого. Просто после того, как мыла пол, швабру мыла в этой в раковине. Сейчас домою раковину, домою душевую кабину и пойду спать. Я ужасно устала. Вот, и... В общем, завтра будет выходной, сейчас приедет Алишер, и мы обсудим, как мы его проведем. Я уже в предвкушении нашего совместного дня. Это будет точно здорово.
И я должна выспаться как следует. Смотрите, собака грустит. Ты чего грустишь? Ты грустишь, что Алишера нету, да? Сейчас он приедет через полчаса. И мы до сих пор не вынесли этот хлам, который у нас тут на вынос. Куча пакетов. Это кошмар. Завтра должны разобрать наконец-то. В общем, давайте мы с вами увидимся завтра. Спасибо, что вы терпели меня сегодня и поддерживали. Я еле выжила. Все это... Ай-ай-ай-ай-ай. Я так выкипаю ручку, походу, я завтра с этой повязочкой буду ходить. Спасибо, что вы меня вытерпели. Я выжила только благодаря вашей поддержке. Увидимся с вами завтра. До новых встреч. И спасибо, что вы пишете мне комментарии. Спрашивайте меня на всех каналах там. Мне так приятно. Я уже чувствую, что я не просто снимаю видео в никуда, в смысле. Ну, а вось кто-нибудь посмотрит. Я знаю свою аудиторию и знаю, для кого я снимаю. Так что... Спасибо вам за внимание. Мне очень приятно приветствовать вас. Я буду для вас стараться. О, кстати, я завтра хочу снять заставку. Да, я постараюсь это завтра сделать. Ладно, все, пока-пока.